Древний католический костел, город Мухачево, обладает большой исторической ценностью, интересным архитектурным проекцией. Если вы придете в этот костел загадать желание, за ним находится другое сооружение, одно из самых старых в городе Мухачеве, и загадаете желание, оно обязательно исполнится. Если вы желаете, я для вас это сейчас сделаю. Загадайте желание, вы сейчас это увидите. Одно из наиболее древних сооружений города Мухачево относится к 15 веку. Сейчас я покажу обзор на его архитектуру. Здесь есть бойницы, здесь есть практически все, что необходимо для того, чтобы вы прикоснулись к истории. История, которая прошла века. Как правило, такие здания с такими парапетами по правую сторону носили заградительное сооружение, чтобы на них нереально было напасть. То есть они имеют защитную функцию, ту функцию, которая не позволит врагам захватить это здание. Удивительно, но это здание уже простояло более 500 лет, и в отличие от тех событий, которые происходят последние 10 лет, его еще не разрушили. А в принципе, могли бы подвергнуть его славянско-кириллистическому, ну и так далее, заведению. Тут, кстати, рядом еще находится другое, не менее достойное сооружение, которое было построено чуть позже, но тоже знаковое. Вот, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это католическая церковь, которая имеет не менее знаковое место, архитектурно, исторически шикарно сделано. Здесь даже есть часы. Можно ознакомиться с графиком работы, когда оно работает. Вы не обращайте внимания на угорскую мову. Дело в том, что тот регион, в котором я сейчас нахожусь, здесь венгерский язык имеет достаточно серьезное отношение для жителей этого города. Если вы сомневаетесь в моих словах, приезжайте в город Мухачево, Закарпатская область, город Мухачево, и тогда вы поймете, что вы находитесь там, где жизнь продолжается. Жизнь продолжается не там, где люди погибают, а жизнь продолжается там, где люди живут. А люди живут там, где находится отношение к цветам, к территории, к тем людям, которые здесь находятся. Я вам желаю удачи, процветания, благополучия. Даже если вы сможете досмотреть это видео до конца, поверьте мне, вы поймете, что это не просто место. Даже этот птица делает гнездо. Она нашла себе какую-то вату. Она думает о будущем. А вы думаете о будущем? Спасибо, что вы уделили мне внимание.